Здравствуйте, мои хорошие! Кожа вокруг глаз является самой нежной и тонкой на лице, поэтому возрастные изменения проявляются на ней в первую очередь. Морщинами важны подтяжка кожи, улучшение ее цвета и формирование хороших защитных функций, что, как не аскорбиновая кислота, один из лучших антиоксидантов, способна эффективно справиться с такими задачами. В продаже ты можешь увидеть кремы с данным веществом в составе. Стоимость их довольно высока. Да, более доступный вариант, чтобы омолодить кожу вокруг глаз, приготовить маску на основе копеечного средства. Ампулы с аскорбиновой кислотой можно найти в любой аптеке. Мы расскажем, как приготовить маски на основе этого вещества. Как убрать морщины вокруг глаз? Аскорбиновая кислота полезна для кожи вокруг глаз, обладает оздоравливающим, восстанавливающим и отбеливающим эффектом. Хорошо борется со свободными радикалами и уменьшает негативное действие солнечных лучей. Она улучшает выработку коллагена, что напрямую влияет на упругость и подтянутость кожи, осветляет пигментные пятна и другие несовершенства. Аскорбиновая кислота также служит в роли бустера и помогает другим активным веществам в масках и кремах проникать глубже и действовать эффективнее. В чистом виде аскорбиновую кислоту для кожи вокруг глаз применять нельзя, так как она способна навредить. Ее необходимо использовать в разбавленном виде и в сочетании с различными ингредиентами, например, с витаминами А, Е, маслами или базовыми кремами. Для приготовления масок нельзя использовать металлическую посуду. Отлично подойдет баночка от использованного крема. Вот как приготовить эффективную маску против гусиных лапок. Ингредиенты. Одна ампула 10% аскорбиновой кислоты, 3 капли масла нероли, жожоба или авокадо, 1 чайная ложка сахара, 2 чайные ложки натурального йогурта. Приготовление и применение. Налей в миску йогурт и раствори в нем сахар. Важно смешать компоненты так, чтобы сахарные крупинки полностью растворились. Сахар даст маске гликолевую кислоту, которая увлажнит и разгладит кожу. Только когда сахар полностью растворится, можно добавить остальные ингредиенты. Сначала аскорбиновую кислоту, потом масло нероли. Хорошенько все перемешай. Нанеси маску на чистую кожу под глазами в форме полумесяца. Можно разрезать ватные диски пополам и нанести маску сначала на них, а затем приложить под глаза. Смой маску спустя 10 минут. Если состав попадет в глаза, хорошенько промой их холодной водой. Нанеси свой обычный крем для области вокруг глаз. Маску можно использовать перед сном. На утро отеков не будет. Она подходит для чувствительной кожи. Кожа вокруг глаз станет более сильной, морщины менее глубокими, уйдут темные круги. Маску следует наносить 2 раза в неделю. Расскажи нам в комментариях, какие средства ты используешь для борьбы с морщинами вокруг глаз. А также поделись рецептом маски на основе аскорбиновой кислоты со своими подругами в соцсетях. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!